Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Zombie Road Trip. И давайте выберем машинку. Машинку мы сегодня поедем на желтеньком багги. Так, поедем сегодня на багги и посмотрим. А в прошлой серии мы, ребятушки, с вами открыли лазер. Потратили мы на лазер кучу денег, просто вообще очень много. 3000. 3000 монет, представляешь? Да. А я думал, что лазер будет нам как-то вторым оружием. Типа он будет стрелять, уничтожать зомби. Но нет. Нет, разработчики просто добавили лазер для красоты. Якобы он помогает, подсвечивает, куда стреляет наш автомат. Представляешь, как я лоханулся? Как я потратил много денег? Плюс, по-второму я лоханулся, знаешь как? Ролик, который записывался, где я покупал лазер, он не записался. Представляешь? Записалось только начало, секундочек 15 или 20. Я, значит, включил запись, снимаю, думаю, все хорошо. Естественно, я проконтролировал в начале, да? Но не проконтролировал я в течение игры. Оказывается, у меня на жестком диске не хватило места. Представляешь, я забил 3-терабайтный жесткий диск полностью. Игрушками, с похождением. Представляешь, как обидно было, что ролики не записал. Ё-моё. Так что я жду от тебя лайка, обязательно. А ну как-то меня поддержать морально, пожалуйста. Поставь лайк на это видео, чтобы я не так сильно расстраивался. Я открывал, и стрелял, и бегал, 3000 монет заработал. А ты знаешь, как в этой игре тяжело монеты эти все зарабатывать. О, нереально здесь зарабатывать здесь. Смотри, сколько мы уже проходим с тобой. Заработали всего лишь 100 монет. Вообще нормально? Я считаю, что это ненормально. Опа! Так, ладно. Давайте тогда уже не буду я плакаться. Ну, немножко я вам поплакался. И будем играть. Будем играть, убивать зомбарей на машинке нашей желтенькой. Зарабатывать деньги. Так, 149 монеточек заработали. Ох ты, ой-ой-ой, сейчас взорвусь. 150 монет, и я взорвался. Ладно, сейчас нормально. Надо главное, чтобы нас вот эти зомбарики не уничтожили. Не убили, не споймали. Потому что фишка этой игры в том, что... Вот, я, видишь, взорвался. Ой, база меня спасла, реально. Как она здесь очутилась, эта база, не знаю. Фишка игры в том, что, чтобы заработать много денег, нам нужно на последней базе это все зарабатывать. Каждая база нам дает по монете. Допустим, на первой базе за убийство зомбаря дают одну монету. На второй базе плюс еще одна монета. Две монеты. Так, ну вот здесь мы на пятой, на четвертой, на пятой базе. Ребята, нам за убийство дают 4 монетки. Ой, нет, сожрали, вот и все. Вот и мы проехали, да, на этой базе. Так, у нас 3 лотерейки, давайте попробуем. Посмотрим, что нам дадут. 25. Дальше. Плохо еще, что не дублируют сколько, потому что пальцы он не особо нормально показывает. По 25 мы заработали. А, третий у нас есть, давайте крутанем еще спиннер. Спиннинг называется, спиннинг. О, соточка, нормально. Итого, почти что косарек у нас есть. Косарек. Давайте выберем багги. Может, багги возьмем этот зелененький? Давайте возьмем зелененький багги. На нем поедем. Давай, 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 давай. Заводи свой двигатель. Ё-моё. Зомбари уже он. Наступают. Опа. Так, ускорение. Так, не успел. Я хотел на зомбаря этого прыгнуть. Кстати, когда ты вот так вот спрыгиваешь на зомбаря, то тебе дают ускорение. Кстати, смотри, вот лазер где кончается. А пульки летят дальше. Да. Ух ты, вторая база. Так, быстро. Так, все, мы, ребят, на второй базе. Посмотрим, сколько мы заработаем здесь денежек. Вот эти вертолетчики еще мешают, конкретно причем. Так, есть лотерейка. Одна лотерейный билетик есть у нас первый. Хорошо. Надо на лотерейках я тогда, как получается, я тогда выиграл. У меня тогда было 2000. Я уж думал, о, нормально, 2000. Ну, на лотерейке я два раза выиграл по 500. Представляешь, по 500. Два раза. И у меня получилось 3000. И я решил этот лазер купить.
Ну ладно. Купил сейчас лазер. Я бы потом его купил бы, наверное, скорее всего. А так я уже знаю, что лазер это фигня полная. Эх. Не получилось у нас активировать. Ускорение. Сейчас попробуем еще. А, нет, взорвусь, взорвусь. Ай-яй-яй-яй. Давайте хотя бы... Вот, лотереечку хотя бы мы заработали. Ладно, сжирайте меня полностью. 59 монет. Давайте крутанем. Надеюсь, что-нибудь нормально выпадет. О, соточка, пожалуйста, соточка. Нет, 25. 25, ребята. А соточки только... А, что, полтинник и 25? 25 выиграл. Да, мало. Мало. Карс, можно улучшить какой-то автомобиль. А, желтый. Нет, давайте на свинье поедем. На свинке. Попробуем. Давай, заводись. Во. Такой вот у нас свинтус. Моего, кстати, он у нас был розовенький. Такой красивый розовенький хрюшка. Хрюшка такая красивая. Улучшили, а он стал кабаном. Кабаном шерстяным. Шерсть из шерсти. Шерстяным кабаном стал. Но не очень особо красивый. Хрюшка мне нравилась больше. А я так и знал, что что-то с хрюшкой сделают нехорошее. И я думал, почему разработчики столько животных добавили? Почему не добавили кабана? А вот вот тебе, пожалуйста, кабан. Злой, сердитый кабан. Так, 16 монеток заработал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как мало. Чё это за 16 монеток-то, алё? Так, да. Ох ты, лотерейные билетики заработали. Ладно, будем что-нибудь делать. Кстати, я сейчас загружаю игрушечку Майнкрафт. Поэтому сейчас я поиграю немножечко в эту игру. И Майнкрафтик должен загрузиться, ребята. Но Майнкрафт-то выйдет сегодня. А эта игрушка, я не думаю, что выйдет завтра или послезавтра. Она, скорее всего, выйдет через неделю. Да, потому что я уже этих игр наснимал штук 10, наверное. Да, если одну игрушку я буду загружать в день, то это будет где-то через 10 дней она выйдет. Вот этот свинтус. И вы про это все безобразие узнаете только через 10 дней, представляешь? О, лотереечка, не улетай, не улетай. Давайте я пощелкаю. О, есть, убили мы. Птичку с лотерейным билетиком. Хорошо. Так, сколько... О, хватит курочку. О, да, ускорение. Супер. Сейчас улетим на какую-нибудь базу. Так, где у нас? Какая база это? Я не помню. Третья или четвертая база? Нет, это, наверное, третья база всего лишь. Да, как же ж долго до этих баз доходить. Так, а я вам уже говорил, да, что на каждой новой базе добавляют по одному доллару за убийство этого, вот этих вот зомбарей. Так что нормально. Ой, кстати, еще можно поиграть в игрушку, знаешь, как называется? Сейчас скажу тебе. Попробуй, может, угадаешь. Зомби. Там тоже есть зомби. И есть еще растения. Как называется игра, где есть зомби и где есть растения? Правильно. Растения против зомби. Третья часть, кстати. Да, если хочешь, я поиграю в нее. Напиши в комментарии. Поиграть мне в зомби против растений или нет? Как бы я делаю еще миксы такие, знаешь, из игрушек. Там 4 или 5 или 6, а то и 10 игрушек сразу в одном ролике. Кстати, посмотрю, у меня на канале они есть. Эти серии я выпускал. Ой-ой-ой-ой-ой, выпускал уже, как бы, ну, серии 5 или 6 у меня точно на канале есть. Если хочешь, можешь найти. Ну, я их редко выпускаю, как бы. Приходится много играть игр. Делать один ролик из этих игр всех. Ну, они у меня будут выходить обязательно. Даже, возможно, что часто. Возможно, даже, что каждый день по ролику будет выходить. Вот, и что интересно в этом? Ты смотришь сразу в одном ролике несколько игр. Не знаю, понравится тебе или нет. Но я стараюсь, как бы. Если что, ты если на моем канале увидишь, то поставь лайк. Да, мне будет очень приятно. Так вот, о чем я говорил. Насчет зомби, растений против зомби. Так вот. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас меня съедят. Вот, растения против зомби. Там получается, ребята, я играл. Но там они коротенькие. Ну, по 4 минутки где-то ролики.
ролик этот. В купе в большом ролике. А большой ролик это минут 25-30 с чем-то. Вот, а там зомби против растений. Растения против зомби, то есть извини. А, получается где-то по 4 минутки ролик. Вот. А так я хочу поснимать прям полноценные 10-15 минутные ролики. Чисто вот про растения против зомби. Если ты хочешь, напиши в комментарии, я поиграю. Так, ё-моё. Вот лето наступило, на улице лето, так хорошо, когда... Вечером особенно, когда не так жарко. Сегодня ходили тоже на улице днем. Надо было. У нас установок 10 я прошел. В такой жаре, я аж там вспотел. Я аж... Потом до дома доходил, я футболку снял. Чтобы было очень жарко. А сейчас вечером там так хорошо. Я играю, кстати, в игрушку 9 часов вечера сейчас. Представляешь? Ну, солнце только-только сейчас заходит. Или уже зашло, наверное, скорее всего. Вот. У нас ночь скоро наступит. Ё-моё, съедят, съели меня. 762 монетки мы заработали. Ох, еще суточку. Это я какое-то что-то выполнил. Что-то я выполнил. Тут надо читать. Ага. Что-то там такое есть. Так, давайте спиннер попробуем, посмотрим, что выпадет. Так, если десятка выпадет, то я продам следующий тикет. Да, следующий тикет я продаю за 25. Ладно, будем заканчивать на этом серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, передавайте приветы. Всем пока-пока.